Перейдем теперь к более подробному знакомству с беспроводным Wi-Fi холотом Lucky FF916 Lucky Liker. Wi-Fi датчик имеет форму шара. Сверху у него находится откручивающаяся крышка. Уплотненная резинка от проникновения воды, под которой находится кнопка включения-выключения эхолота, гнездо для подключения зарядки и два индикатора. Первый говорит о включении, второй о подключении зарядки. С нижней стороны находятся два контакта, которые автоматически замыкаются при попадании в воду, после чего начинается передача данных. Также с боковой стороны находится отверстие для крепления с помощью лески на удилище. Работает датчик с частотой 125 кГц на глубине до 45 метров. Угол луча составляет 90 градусов. Дальность Wi-Fi связи 50 метров. Благодаря встроенному аккумулятору может беспрерывно работать около 5 часов. Для просмотра изображения используется любое мобильное устройство на базе Android или iOS. Чтобы увидеть изображение, необходимо скачать приложение Wi-Fi Fish Finder на ваше мобильное устройство или планшет в Play Market, после чего установить его. Далее включить Wi-Fi передатчик и выбрать в настройках мобильного устройства эхолот. Потом ввести пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и запустить приложение. На экране появится меню приложения. Начать работу, демо-режим, параметры, выбор языка. В параметрах вы можете регулировать уровень чувствительности, диапазон глубины, увеличение при необходимости, выставить сигнал о мелководье, обозначение рыбы, сигнализация рыбы, скорость передачи данных и единицы измерения, метры, градусы Цельсия, фаренгейты и футы. Теперь включим демо-режим и посмотрим, как будут выглядеть данные от Wi-Fi Hello Lucky FF916 Lucky Liker на экране мобильного устройства или планшета. Итак, мы видим, что на экране появляется прорисовка дна рельефа. При обнаружении рыбы появляется значок в виде рыбы мелкого, среднего или крупного размера с цифрой над ней, говорящей о глубине ее нахождения. Также при выставленном сигнале звучит звуковое оповещение. В верхнем левом углу мы видим глубину водоема и температуру воды. В правом верхнем углу уровень чувствительности и уровень заряда батареи. Таким образом, на экране вашего мобильного устройства показывается вся необходимая информация от беспроводного Wi-Fi эхолота. В описании под этим видео вы найдете ссылку на сайт и более подробное техническое описание этого прибора.